старика. Сложно, да, пройти пару шагов? Да, конечно. Мы очень дальновидные. Ну, а теперь мы им покажем, что мы их не боимся совсем. Мы все-таки с ними маленечко враждуем. Я сейчас покажу, что мы сделаем. Мы их маленечко напугаем. Делаем следующим образом. Раз, два, три. Ага! Готовы? Это пугание? Сейчас, смотри, сейчас получится. Так, Серега, готовы? Пошли. И раз, два, три. Ага! Ну что ж, придется нам уйти с своих дорог, потому что смотрите, как мы будем делать. Раз, два, три. Я один готов, да? Итак, ну что ж, сейчас проверим вашу готовность. Пришли! Раз, два, три. Мы нисколько, да, не испугались, берега? Вообще не испугались. Сейчас мы покажем, что мы не испугались. Смотри, делаем следующим образом. Раз, два, три. И так говорим фи-фи-фи. Отлично. Готовы? Чтобы они знали, что мы не боимся, нам вообще не страшно. Пойдемте. И раз, два, три. И фи-фи-фи. Понял? А еще культурные люди называются. Да надо снова выйти и так возражение сделать. Раз, два, три. Ага. Что это такое называется? Пи-пи-пи! Это уж совсем не культура. Давайте уж возражение-то сделаем. Раз, два, три. Ага! Что это такое? Да нам на ваше ага. Ого, пойдемте. Раз, два, три. Ого. Раз, два, три. Ого! Ну что ж, они опять нас вызывают здесь девять. Давайте угу и без тренировочки. Раз, два, три. А мы давайте покажем, что мы вообще воспитаны, ничего не боимся, поклоны сделаем. Давайте пошли на поклон. Раз, два, три, поклон. Вот так вот, на ваше вот это все. Ага. Ну хорошо, мы тоже все-таки культурой на культуру ответим. Сделаем три шага вперед. И наша торжественная руку в сторону, к сердцу, наверх. И нищащего поклон. Пошли в этот раз, да, смотрите. Да. В прошлый раз не пошли, тут пошли. Фи-фи-фи нам на ваш поклон, давайте. Раз, два, три, фи. Пи-пи-пи! Пи-пи-пи? Значит, так. А мы снова культурно ответим. Давайте все-таки. Раз, два, три. И низшайшего поклон. Вы великолепно пи-пи-пи делаете. Никогда так не делаете. Можем научить, хотите? Да.